Привет, друзья! Сегодня покажу обзор корейской косметики, которую я покупала непосредственно на сайте корейской косметики и которую брала в магазине. Начну с тех, которые мы брали в магазине. Вот эту маску мы брали в магазине. Видно? Я ее не пробовала, но она томатная. Вроде все хвалят. Взяла попробовать. Вот это мы брали в магазине. Так, сейчас. Я потеряла. Чистая кожа. Так. Сужает поры, регулирует работу сальных желез. Становится чистой матовой. Ну, я брала такие, мне нравятся. Поэтому я в этот раз тоже... Ну, это мы в Дмитров ездили, у нас я такие не видела. Там брала. Так, это что у нас делает? Освежает. Эластичность повышает. Так, это у нас что делает? Препятствует обезвоживанию, ну, то есть увлажняющее. Это упругость кожи. Черная икра тут типа содержится. Это питание кожи. А что ты вот это показала? Я тебе две не показала. Не показала? Вот, ну, вот это. Ну вот эти я говорю, чуть я брала. Поближе. Вот. Пониже. Да, вот так. Ага. Они мне нравятся. Вот эти я не брала. Ой, вернее, я их взяла. Но я их не пробовала. У меня кто-то из девчонок брал, им понравилось. Я их еще не тестила. Вот. Это против морщин. Это с морскими коллагенами подтягивающая. А это увлажняющая с гиалуронкой. Так, это то, что мы брали в Москве здесь, да? Вот это я брала, по-моему, в магнит... Ой, где же я брала-то? То ли магнит косметик. Это маска-пленка. Я не знаю, как я читала, куда мои глаза смотрели. Я думала, она просто очищающая. А она оказалась маской-пленкой, так как я не очень люблю маски-пленки, но вот. Ну, неплохая и снимается тоже не больно, как вот некоторые бывают. Так, вот это тоже я брала там же, в том же магазине. Это умывалка, типа на молочной сыворотке там и все такое. А, мне понравилось. Ну, как бы можно брать такую. Так, сейчас, что еще я брала в Москве? Все, наверное. А вот, вот эту. Ну, это патчи. Это патчи от темных кругов. Тоже ее не пробовала. Я забыла ее попробовать просто. Так, дальше. Ну, это не то. Ладно. Теперь, то, что я заказывала непосредственно с корейского сайта. Я что-то половину найти не могу. У меня, как всегда, с косметикой проблемы. У меня ее очень много, и она везде. Так. Вот это вот маска для волос. Как бы она себя позиционирует. То, что... Видно там? Конечно. То, что укрепляет, способствует выпадению волос. Эффекта я не увидела. Во-первых, она приятно пахнет. Очень мне понравилась. Я ее первый раз наносила на по всей длине волос. И мне ее катастрофически на мои волосы не хватило. У меня вот ушло, я не знаю. Это уже я второй раз пользовалась. Больше половины, наверное, ушло. И я так подумала, блин, мне это вообще не выгодно, такие маски. Вот. И я начала наносить только на корни волос. У них эффект такой вот у этой маски, охлаждающий. А голова прям вот, вот реально она мерзнет. Вот, вот честно говорю, не знаю, как объяснить, это прям вот голове, по голове холодок такой бегает. Ну, по действию холодка ничего. В плане выпадения мне надо много таких, чтобы как-то результат почувствовать. Это вот я заказывала чисто на корейском сайте. А, стоит она, я вот компьютер открыла, потому что я все цены не помню. Сейчас я попробую найти шампунь. Ой. Здесь у меня так много позиций. Нет, давайте я тогда буду не так. Попадется она мне, я вам скажу. Вот. Значит, вот эти вот маски я заказывала. Все так рекламировали, у всех она была. Вот этот содовый скраб, вернее. Они вот в таких треугольничках. В упаковке идет 24 штуки. Вот этой упаковочки хватает, ну, на два раза точно. То есть я пользуюсь... Видно, да, нормально? Я это пользуюсь, и дочка моя пользуется. Вот, мне понравилось, советую. Я первый раз, когда попробовала ее, я почему-то не знаю, почему нанесла на сухую кожу. И мне все так драло, щипало. Лизе говорю, слушай, мне что-то не подошла, наверное, будешь ты ею пользоваться. Она себе почистила, говорит, блин, классная. Я говорю, а ты что, на влажную кожу лица, да?
Потом почитала, да, на влажную кожу лица, потом себе делала на влажную кожу лица, и действительно эффект вообще, она не краснеет, не сушит лицо, вот это вот скраб. Ну, мне понравилось. Может быть, это тоже индивидуально, я тоже не буду говорить то, что не покупайте. Ну, хороший вот этот вот скраб содовый. Так, взяла вот этот гель, тоже он у нас здесь такой известный весь, но не посмотрела. А, вот эти вот квадратики, пирамидки, значит, сейчас скажу, сколько они стоят. Вот 24 штуки в упаковке, по 7 грамм пирамидка, 353 рубля на сайте, 353 рубля 93 копейки. А вот этот гель, не посмотрела, когда брала, а здесь всего 55 миллилитров. Я-то думала, что я взяла большую пачку, а она оказалась небольшая. Ну, а гель хороший, не оставляет следов, ни липких, ни жирных на коже, увлажняет очень хорошо. То есть я как ноги мажу, извините, так и лицо мажу. Мне он очень понравился. Сейчас я найду, сколько он стоит, этот гель. Ой, сейчас, у меня где-то бумажки, я сначала выписывала. Я не выписала. Блин. Сейчас, секунду. Он стоит 113 рублей. 113 рублей 76 копеек. Но 55 миллилитров, что он маленький. Но хороший. Ну, в принципе, он экономный. Он очень-очень густой, если видно. Еле бегает. Вот. Этот я бы еще заказала, но сейчас вот на этом сайте я посмотреть зашла свои заказы, чтобы вам по цене сориентировать. Нету в России пока поставок. Так, вот это умывалка. Сколько здесь миллилитров? Ой. Ну, в общем, что хочу сказать про эту умывалку. Она мне понравилась. Если я буду брать, то я буду брать ее. Она и косметику хорошо смывает, и кожу чистит очень хорошо. Она такая вот красивая, сейчас, перламутровая, видит? Видно там что? Не видно? Вот так. Ну, она там белая, кажется. Да? Ну, она такая вот перламутренькая. И текстура нежная-нежная, очень хорошо чистит лицо. И лицо, вот реально, я думала, что это просто, ну, как говорится так, да, скрипит лицо, скрипит такое чистое. Оно реально скрипит вот после этой очищалки. Это тоже брала на том сайте. Вот, цена его 121 рубль 35 копеек, 130 миллиграмм. Советую, понравился мне. Вот это взяла коллаген. Я его еще не пробовала, то есть он у меня даже запечатанный. Вот, видите? То есть там все запечатано, все хорошо приходит с сайта. Коллаген, сейчас я вам скажу, бы попробовать. Сейчас я посмотрю, что он делает, я уже не помню, если честно. Цена его 202 рубля, 180 миллилитров. Так, сейчас я вам расскажу про него. Сохраняет кожу влажной и гладкой. Это пилинг-гель. Полезен для ошелушивания омертвевшей кожи, эффекта переворачивания. Ну, это корейский сайт, здесь такой перевод корявый. Этот продукт помогает вашей коже стать гладкой и чистой. Так, после мытья лица нанесите необходимое количество на сухую кожу. На лицо, за исключением глаз. Помассируйте лицо руками в течение 3 минут, затем смойте теплой водой. О, это оказывается вот пилинка, я уже и не помню. Нашла шампунь. Шампунь 200 миллилитров. Здесь стоит он 252 рубля. Так. Вот всеми любимая маска, которая пузырьковая. Блин. Здесь лопаточка, но я сейчас я вам покажу, например. Так, видно, да? Сейчас мы вот так нанесем. И она должна вот она уже начинает, видите, белеть как будто. Видно? Ну, что я скажу про эффект? Ну, в принципе, прикольно то, что там она как-то надувается, бегает, щекотит, и все. Больше я ничего про нее сказать не могу. Но, например, я минут 5 с ней похожу, и мне уже начинает она бесить, мне хочется ее смыть. Потому что, ну, мне как-то дискомфорт начинаю ощущать, когда у меня на лице что-то бегает и растет. А так, для прикола можно эту маску... Не фокусирует, да? Для прикола можно эту маску взять.
Не более того, я не скажу, что она прям супер-пупер чистит, вычищает поры. Так, ну сейчас она будет расти, я вам покажу. Стоит она, сейчас, секундочку. Пауза. Цена этой маски, ой, опять потеряла, сейчас найду. 438 рублей 20 копеек. Так, вот эта хрюшка, это гель вокруг глаз. Ее тоже все хвалят, говорят, что есть результат, но я ею пользуюсь не очень много, да, и поэтому я не могу ничего про результат сказать. Но, в принципе, увлажняет хорошо, тоже не липнет ничего. Я объяснила, да, не липнет ничего, в общем, все. Ну, в общем, рекомендую вот эту. Вот этот гель. Сейчас я посмотрю, сколько он стоит. Вот, цена его 361 рубль. 30 миллилитров тут. Вот это капец. Вот это гель-скатка. Я так его хотела, его так все хвалили. Но это ужас. Оно вроде скатывает, да, все как и положено. Но вот это с лица вообще не смывается. Мы с Лизой вообще чуть ли не отдирали. То есть оно скатывается. Вот, видите, вот шарики прям появляются нормально так. Все. Но видно, на лице же есть пушок у нас или что там у нас есть. Она нифига не смывается. Вот, они есть, вот эти шарики, все оно нормально чистит. Но потом, чтобы вот это смыть, это, я не знаю, это круги ада надо пройти. В итоге я ее смывала, чем, где? Вот этой, которую я вам показывала. Вот этой я только смыла. А так и мыло, и мицелляркой мыло, она ничего, она не смывается. Да, то есть ее чуть ли не отшкрябывать надо от тела. Но я не знаю, мне она не понравилась. Я, конечно, буду ей пользоваться как-то, каким-то образом. Не выкидывать же ее. А? Чистит вроде. Ну, чистит, да, чистит. Только единственное, пока отмоешь ее, сдерешь с кожи, еще чище будет. Вот. А, вот немножко дуется. Ну, не так вот на лице, конечно, она лучше поднимается. Так, сейчас я вам скажу, сколько она стоит. Вот этот пилинг-гель 120 мл стоит 365 рублей 17 копеек. Ну, то есть я им попользуюсь, больше я его брать не буду. Так, дальше что у нас? Ой, заказала вот такие пробники, но они получаются дешевле, чем брать целую бутылку. Здесь, смотрите, сколько здесь. 15 мл. В общем, сейчас я вам покажу. Так, вот это взяла, вот эта вот фирма ЕП тоже хорошая. Это что у нас? Флория какая-то. И вот это Миша. Да, вот это Миша. Миша вообще у них хорошая косметика. И за ней еще погоняться надо вот на этом сайте, чтобы ее это поймать и купить. Ну, в общем, здесь у меня получается увлажнялки, питалки и основа под макияж. Все вот это, в принципе, неплохое. Единственное, что вот это пожиже, оно хорошо выходит из тюбика. То, что погуще, вот это даже, вот, например, она желеобразная такая, но она очень плохо выходит. То есть надо вот так вот трясти, чтобы оттуда что-то вывалилось. Так, и вот еще. Вот такая еще фирма, тоже 4 штуки там. Ну, говорю, это все вот увлажнялки, питалки. Так. Сейчас, секунду. Вот еще стартер такой есть, 3 секунды, то есть мгновенного действия за 3 секунды. Я взяла себе с гиалуронкой, там много было, много с чем было, я его наношу под макияж, то есть 3 секунды прошло и уже можно макияж накладывать. Мне понравилось. Сейчас скажу, сколько стоит. 150 миллилитров этот стартер, и он довольно-таки тоже не жидкий. Ну и не густой. Кстати, лицо не липкое, не... ну, дискомфорта на лице не чувствуешь. 150 миллилитров, 459 рублей 55 копеек. Так, что еще? Вот еще вот этот вот купила коллаген. Но я не, что-то я не помню, что это такое. Вот я им тоже не пользовалась. Вот он закрытый. Сейчас я найду, посмотрю, что это.
пилинг-гель это, но я им еще не пользовалась, потому что у меня вот, вот мой пилинг-гель. Значит, здесь у него сколько? 120 миллилитров он, и стоит 365 рублей 17 копеек. Но я, в принципе, почему-то в нем не сомневаюсь, потому что его ответит эта фирма. А как бы она неплохая. Ее рекламировали, блогеры тоже, и девчонки не рекламировали, а советовали. Так что я в ней, в принципе, почему-то не сомневаюсь. Вот еще вот такие, помните, я вам пирамидки показывала? Вот немножко вспенилась. И брали мы еще вот эти пирамидки, это открыто, мы их закрыли. Это маска, получается, маска тыквенная, 10 штук их идет, она ночная, на ночь ее наносишь, не надо ни смывать, ни вытирать, она впитывается в кожу, увлажняет ее, не оставляет жирных следов, так что не бойтесь испачкать подушку. На утро умылись, лицо прям вот свежее, гладкое, но мне очень понравилось, и я хотела еще заказывать, а не было, все не было в продаже у них, а сейчас, видите, сейчас пока что в Россию к нам не поступает товар. Пауза. 10 штук, цена 235 рублей вот этой тыквы. Пауза. На это положили очень много тестов, тестеров очень много. Но нашла я только вот мало. Вот этот, значит, здесь их сколько? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штук. Она регенерирует, подтягивает кожу, то есть омолаживает ее. Но я их еще не пробовала. Так, вот это... Ой, сейчас я скажу. Если я не ошибаюсь, а я, наверное, ошибаюсь. Это, по-моему... Как он? Тональный, да, называется? Тональный, да. Он для моей кожи светлый, очень светлый. Вот этот тоже очень светлый. Я не знаю, почему они кладут светлые. Ну, а, вот он, видите, потому как биби. Потому что корейцы, они кожу постоянно светляют. Биби, ну я же не корейка. Ну, косметика-то на них больше направлена. Биби-крем, он считается, вот я один попробовала, он очень светлый. Ну, то есть его надо, значит, немножко на руку брать, там на палец и распределять местами, что ли, где проблемная кожа. А так он очень-очень высветляет. Это, я не знаю, это, вот этого мне на год хватит. Вот. А вот этот, по-моему, темный. Ну, вот этот точно светлый, а вот этот, наверное, темный. В общем, они кладут как они? Пробники очень много. Вот этот я тоже не знаю, что такое, я тоже не пробовала. pH-баланс, но я думаю, это что-то питательное, увлажняющее. Попробую, расскажу. Вот таких пробников у меня было, наверное, пакетов 5. Очень много. Вот, они мне попадутся. Я вам обязательно про них расскажу и покажу. Так что вот так вот. В корейской косметике я не разочаровалась, в принципе. У нас это дорого стоит. Но вот сайты я заказывала. Вполне приятные цены. Ну, на этом, наверное, пока все, девчоночки. Всем пока!